Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале. Я с молодежью вышел немножко на площадку детскую прогуляться. Вон. Самые маленькие у нас на самокатах едут. Постарше он учится уже на роликах кататься. Уже чуть-чуть даже умеет. Я еще так, в качестве подстраховки. Мама у нас осталась дома кушать, готовит. Мы, чтобы ей не мешать, пойдем, как раз хорошая погодка. Пойдем погуляем. Новую площадку будем осваивать. Они уже один раз там были. Сейчас пойдем еще. Поехали. Есть? Мишаня самокат чуть-чуть выше, чем он сам. Ну, шпарит на нем капец, конечно. Не спешите. Вообще отлично, так классно, что уже потеплело. Погода вроде стабилизировалась. О, Вероника еще не упала. Очень классно. Как раз сейчас именно тот момент, когда не сильно жарко и не холодно. Уже можно в шортах погонять. Но при этом еще не сильно жарится. Лошадки гуляют, видите? Да, это очень круто. Смотри, там лошадки. Все, поехали. Смотри, там на лошадки. Старт, внимание, марш. Да, пошли ого-го смотреть. А там трактор. Давай, поехали. Там лошадки у нас пасутся напротив детской площадки. Все как в деревне. Мишаня, не спеши. Труболетчик такой, блин, переживаю за него. Ох, смотрите, как лошади побежали. Какие красивые. Дурачится. Смотри, там одна вон лежит, как нежится на солнышке. Друзья, ну а сейчас я украду буквально 30 секунд вашего времени для того, чтобы напомнить, что у нас есть наш семейный одноименный телеграм-канал, на котором мы ежедневно публикуем моменты из нашей жизни, даже те моменты, которые не войдут в основное видео, так как не все моменты из нашей жизни подходят по смыслу к основному видео для YouTube-канала. Поэтому переходите обязательно в этот телеграм-канал, подписывайтесь, ссылочка будет в описании под видео. Вот здесь вы увидите QR-код, отсканировав который, вы также попадете на этот телеграм-канал. Также хотелось бы напомнить, что вы обязательно должны подписаться на наш YouTube канал, написать какой-то интересный комментарий, который мы обязательно обсудим в следующем видео. Ну а мы продолжаем. После детской площадки нас отправили в магазин. Там мама приготовила пиццу домашнюю. Сегодня будем кушать. И нужно пойти купить сок и кока-колу. Потому что пиццу нужно с соком и кока-колой пить. Правильно, Мишань? Мы идем быстренько в магазин. Пока девчонки там с мамой накрывают на стол. Вот такой вот пицца-перекус у нас получается. Всех, кто кушает с нами, всем приятного аппетита. Господа, у нас уже следующий день. Едем сейчас с молодежью в парк в Ротлинген. Погуляем немножко. Вот там с нашими знакомыми. Сегодня воскресенье.
ничем таким особо не планируем заниматься, поэтому поедем немножко погуляем. Погода прекрасная, вот, немножко проветримся. Этот парк, кстати, интересный. Я там был уже с детьми, еще когда мы там в отеле жили. Там такое прикольное штучное озеро есть, поэтому постараюсь вам показать там местные, скажем так, красоты. Ты уже готов? Пойдем в машину. На ключи будешь открывать машину? Иди машину открывай. Да, давай, иди, открывай машину. Добрались до парка, идем через другой вход. Я в прошлый раз не отсюда заходил. Здесь такая вот прикольная заброшенная железная дорога есть. Прям как в Чернобыле каком-то. Так интересно. Таких заброшек в Германии мы еще не видели. Прям в парк идет, походу, да? Миха, что у тебя за лунная походка такого пацика? А? Да ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Ты за меньшее количество сажов хочешь дальше дойти? Мишаня! Ну что за мастер такой, ё-моё. Бодрой походкой. Первая детская площадка. Тут очень много интересных таких лазилок есть. Настя говорит, что аж сама хотела бы полазить. У меня тоже такое есть желание. Нужно, кстати, как-то поехать. Я видел, тут есть эти. Такие, знаешь, по деревьям лазилки тоже такие для взрослых. Ну, канатный городок такой, типа. Да, я бы тоже, кстати, полазила. Там есть, да, для взрослых? Ну, конечно. Так это только для взрослых и есть, наверное. Миша, для детишек вот так. Давайте за него полазить. А вот и бельчонок наш, дружочек. Белка на дереве. Сидит на веточке, видите? Ай, она кушает что-то. Вон на дереве, смотри, Миша. Мишенька, иди, мама покажет, сынок. Иди сюда. За этой молодежью в парке просто не вгнаться. Мы с Настей так похудеем с ними тут бегать. Парк реально такой огромный. Площадки друг от друга на большом расстоянии. Они просто бегают между этими площадками. Не успеваешь за ними. Кстати, белок столько тут, капец. И такие прикольные, такие красивенькие. Вы нас не ждете? Нет. Почему? Ну идем. Там вон озеро есть прикольное. Ну идем. Что, маму надо дождаться? Это твоя мама? Да. Точно? Да. Ну иди, торопи маму свою. Догоняешь? Озеро. Там он даже видно, он рыбки плавают. Карпы цветные. О, здесь прям стайка. Маленький. Мих, у тебя все нормально? Да. У тебя еще коктейль, секс на пляже и зонтик, и все. И пальму, да? И мулаточку какую-то рядом. Еще? А все, ты проснулся? Ребята, вот так резко у нас поменялась погодка. Дождь только прекратился. И вот так вот у нас по дороге сейчас. Вот даже вот с Африки ребята приехали. А почему бы и нет? Вообще красота. Просто река. Еще лягушек не хватает. Это вот так вот все благополучно стекает туда вниз.
Хотя ничего не предвещало беды. Буквально час назад еще была прекрасная солнечная погода. Сделали с девочками такой вот кораблик с газетой. Сейчас будем запускать. Надо его как-то интересно так запустить. Оп, смотри, как поплыл. Смотрите аккуратно. Друзья, опять срочно нужен ваш совет. Вот если кто помнит, буквально пару видео назад, где-то месяц назад, я всю вот эту траву из этой плитки все повычищал. Практически идеально, не было ничего. Сейчас из-за этого обильного количества дождей, то есть 2 дня дождь, 2 дня солнца, и эта трава просто растет. Я вот газон кашу минимум раз в неделю, а то и 2 раза в неделю, потому что так быстро растет этот сорняк. И вопрос заключается в том, может ли кто посоветовать, может какая-то химия есть, чтобы полить. Ну, я уверен, что это есть химия, их там тысячи этих разных видов, фирм. Просто, может, кто сталкивался с этим и знает прям конкретно какую-то хорошую фирму, чтобы я не покупал, не тратил деньги даром 10 раз разную химию, и только потом пойму, какая из них хорошая. Может, кто посоветует недорогую нормальную какую-то химию, чтобы раз это залить и больше, чтобы это не росло тут. Потому что оно так убого смотрится, если честно. Вот. Ну и чистить это не так уж легко постоянно. Так что жду вашего совета в комментариях. Спасибо большое. Ребят, сегодня решили поехать в Штутгарт. Там есть классное такое, даже не знаю, как это, заведение, не заведение. Короче, место, где есть такой типа детский паровозик, экскурсионный такой. Даже он, наверное, не детский, там и взрослые тоже катаются. Ну, такой экскурсионный, не привычный большой поезд. Вот, а возит там по красивым местам таким. Мы там еще не были, видели только в Инстаграме разные обзоры этих мест. Вот, и хотим сегодня поехать. Сегодня выходной в Германии, поэтому хотим поехать прогуляться, посмотреть на эти красоты. Погода выдалась чудеснейшая сегодня. Очень классное тепло, поэтому сейчас поедем немножко прогуляемся. Вот мы уже приехали, в очередь встали, да? Билетики покупать. Такая очередь большая. Там вон такие вот, такая узкая колеечка. Идем на рейс. Вот есть свободный вагончик для нас. Ну да, наверное. Запрыгиваем. Вы готовы в путешествие? Да. О, ну покажите, там большая карта, мы много ехать будем. До завтра вернемся? Да. Тут еще день один. Ну нормальный такой кружок проедем. Ты довольна? Мы едем с тобой путешествие кататься на поезде? Да. Ты взяла бутерброды с собой? Не брала? А как же, что мы будем кушать? А курочку, котлетки? Не брала? Ё-моё. О, двинулись! Классно! Вот он тебе. Вон друзья наши. Hello. Все, накатались. Мы прям вовремя успели. Перед нами было очередь человек 5, а сейчас какая очередь? Оп! Обалдеть. Тупо вовремя. Он по таким узеньким дорожкам ездит. Обалдеть, как он равновесие держит.
прикольно, конечно, такие эмоции интересные, как будто в детстве. Вот такой дымящий паровозик. Вот это прям настоящий паровоз. Там водитель закопченный сидит. Видел? В первых вагонах негры были. Но это они, когда выехали, они еще белыми были. По дну плавает куча головастиков. Будущие лягушки. Тут даже вот есть крупный рогатый скот. Да? Лама, да. Ламы. Пчелку, кстати, как у тебя. Да, Маська, пчелка, как у тебя. У нас есть возможность сдоить козу. Воспользуемся парным молочком. Обалдеть, буквально недавно у нас дома была куча кур разного вида, разных пород, декоративные, недекоративные. А сейчас приходим в зоопарк на них смотреть. Цып-цып-цып. Красивая курочка. А вон поросята. Поросят у нас не было. И такие вот красавчики у нас дома есть. Один, точнее. Красавчик. У нас даже больше, у нас уже взрослый. Да, а здесь приходим смотреть зоопарк. Удивительный факт, в этом парке абсолютно нигде не косят газон. Такое ощущение, как будто здесь специально вот эти полевые цветы засеяли. И тут они растут, и никто не косит. Вообще ни одной скошенной полянки мы еще не увидели. Все вот так дико заросшим. Понятно, наверное, попозже это подкосят, чтобы слишком высокая трава не была. Ну, в данный момент именно так. Потому что во всех остальных парках, где мы были, там все было покошено. Очень круто, что в целях безопасности сделаны даже такие вот, как это сказать, пешеходно-железнодорожный переезд. Потому что здесь машины не ездят, люди пешком ходят. Но, тем не менее, стоит светофор. И он так прикольно дрынькает, когда поезд едет. Что нам очень сильно нравится, здесь в Германии из-за вот этой влажности постоянной растут вот папоротники в таких парках. И оно все вечно такое зеленое, прям красота, да? Да, сильное дерево. Прям вот эти папоротники, это прям, оно придает какой-то такой свежести лесу, да? Мох. Вероника кричит, что там очень красиво, значит, нам срочно нужно посмотреть, что там красиво. Доча, ну рассказывай нам, что там красиво. А, цветочки, стоячки такие, да? Да, красиво. Вот отсюда эту башню хорошо видно. Но мы не рискуем идти на нее подниматься. Смешание по ступенькам пешком, это, конечно, будет тяжело. Если по той прошлой мы заезжали, там горка была, то здесь будет тяжело эти ступеньки преодолевать. Моя семейка, он бросила меня и убежал. Пока папка тут кадр для вас снимает, меня просто кинули. Вы не забыли никого? Нет. А мне кажется, вы забыли. Нет. Вы забыли. Нет. Не забыли никого? Да. Смотрите, какие горы посмотрите, красивые. Посылка. Пошли гонять голубей. Мих, пойдем разгоним их всех? А ну скажи. Нет, нельзя. Почему? Я хочу. Мне опять забыли. Опять меня не ждут. Ого, что это за индюк такой? Смотри, какой огромный. А? Да? У него что-то с головой, она падает у него всегда. Не знаю почему, но всякого рода водоемы меня прям завораживают. Так люблю всякие ручейки, озера. Вода прям какое-то на меня особое впечатление производит. Посмотрите только на эту красоту. Вроде ничего необычного, но она так круто смотрится. Я бы сидел бы здесь на стульчике и часами, наверное, слушал бы это падение воды. Вам нравится? Вы уже кайфуете, да, сижите? Спать не хотите еще? Нет. Я кушать хочу. Кушать хочешь? Да. Ну давай ловить что-то, я не знаю, там утка какая-то бегала. Или будем рыбу?
Головастики тут есть, я видел. Заедем. Ну видишь, это не настоящий водоем, потому что тут какой-то асфальт постелен снизу. Его искусственно содержат. Ну да. Смотри, банановые пальмы. Настоящая банановая роща. Ну, мне так кажется, что банановая. Похоже очень сильно на банановые пальмы. И не просто так она ограждена. Значит, она тут искусственно высажена. Вопрос, как она тут зимует. Мошка в горло попала. Опять меня забыли. Только на этот раз уже с Мишаней. Вы нас будете ждать или нет? Вы, мне кажется, хотите избавиться от меня. Вообще нет. Не хотите? Нет, ты нам очень нужен. Точно? Если что, документы все со мной. Круто, что здесь есть такая большая полянка, где можно вот так вот пикничок устраивать себе. Отдохнуть. Дерево со шторкой. Для влюбленных. Ох, ничего себе. Обалдеть, это какая-то порода дерева, наверное, специальная. Все, остаемся тут жить. Это будет теперь наш шалаш. Сегодня заканчивается наша прогулка. Едем домой. Сейчас по традиции еще заедем в Макдональдс, перекусим. На этом мы будем заканчивать наше видео. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, кто досмотрел до конца. Ну а пока. Всем пока.